Го? Го? Ты мне... Так, это уже что, надо пикать, что ли, что-то? Так. Да? О, я вижу Джина Желания, я вижу Аджани Прайдмейда. И гоблин неплохого. А, какого? А, такой нет, так, ну такой хер с ним. Я бы... Блин, ну как бы по-хорошему надо брать Джина Желания, конечно, но я бы взяла Джани Они Прайдмейда. изменили картин, они изменили картинку, которая типа раньше другой была для драфта. Что-нибудь поменяли. А у меня тут нету времени на раздумья, я могу И, сколько на угодно пике нету, думать. сколько угодно можно. Видишь, Ух. это ДЦП драфт, можно Друзья, сколько давайте угодно. рассуждать. Вот это, кстати, вообще Давайте, интересный рассудим. вопрос. Смотри, есть джин желаний, который сам по себе очень сильная карта и, ну, типа, с очень крутой обилкой. Но это как бы не колодообразующая карта. Есть Аджани Прайдмейд. Архетип БВ Лайфлинка очень сильный. Учитывая, что мы сейчас можем первым пиком забрать Аджани Прайдмейда, А мы потом можем... забрать еще и вампиров, одних из двух из этого пака. Такой вампир нам вернется с круга. Я отвечаю просто. Он стопудов вернется, он не пикабельный. И типа, забрав Прайдмейда сейчас, мы садимся в белый цвет, в котором самые сильные команы формата. Типа, и у нас колода очень Чатик крутая говорит, что собирается. Джин. А сколько людей говорят, что джинны, кто они такие, чтобы со мной Один. спорить? Не Один? знаю. Один? Да. Ну... Не, ну я всегда за котиков. Я все за котика. Все Я за понимаю, что котика. за котика, но просто, ну, как бы... БВ, садиться в БВ сразу, без раздумий, мне нравится. Даже если мы первым пиком пикнем Джина, мы все равно сядем в БВ. Просто, ты понимаешь, что джин сажает нас в этот УУ? Если мы сажаемся в УУ, значит, что мы хотим играть либо УГшкой, либо УВшкой на артефактах. Не, народ за котов больше в чате. Да? Да. Ну, типа, ну, пока он, поскольку у нас время безгранично, я, ну, порассуждала бы. Я говорю, что как бы в вакууме мы отдаем кому-то слева, да, ну, если мы предполагаем, что мы играем не против ботов, мы играем драфт, если мы передаем налево Прайдмейда. Это следующая лучшая карта в этом бустере. То есть чувак сзади нас садится в белый. А мы уже не можем сидеть в УВ. Потому что мы справа будем набирать только синий, потому что мы хотим в первом паке сидеть в одном цвете, потому что мы можем собрать и, ну, в целом-то и УБшку. Если мы начинаем внезапно видеть белые карты, то мы понимаем, что на втором паке нам белые точно не передадут, потому что мы чувака слева от нас посадили в Я белый. тебе напоминаю, что здесь не стоит слишком думать, потому что здесь боты, Я они понимаю, но иногда мы же рассуждаем драфтятся в довольно серьезной... своеобразно. Мы рассуждаем в серьезной ситуации, что мы там, ну, на какой-то попытыкушке видим такой пак. У нас Ну есть да. бесконечное количество времени, чтобы понять, что мы хотим брать. И при этом, если мы забираем котиков, мы из этого пака полностью вырезаем белый цвет. То есть белого цвета в этом паке больше нет. А чувак слева от нас садится в синий, потому что он видит Джина. Он садится в синий и как бы дальше от этого пляшет. При этом больше синего в паке особо тоже нету. Ребята за нами сядут, скорее всего, в черный или красный и зеленый через вот этих вот пацанов. Там, ну, артефактную. Короче, я за котиков. Я тоже. Давай, пикай. О, Так, тут же интересно, клеточкой. топ ремувал Хью подъезжает в белом цвете. Ну, это как... А, ну такой, кстати, еще очень крутой. Ну, клетка круче. Мы берем Я за клетку. клетку. Я, наверное, так. О, такая баба. Вампирчик и еще один вампирчик. Ну, типа, Прям как в первом паке, вообще все отлично. такой Нам. стоп, такие там с круга вернутся рано или поздно, либо с предыдущего пака, либо с этого. А, ну, надо брать такую женщину. И мы сидим просто в БВшке на лайфгене, все, без проблем. На стиле. На стиле. Так, тут уже вопрос, типа, что круче, раскачка или... Ну, наверное, вампирос. Типа, Не агрессия. вампирос. Он, это зомбя, и он тапнутый входит. Какая агрессия? Значит, какая агрессия? На первый ход существо 2-2? Тебе рассказать, какая это агрессия? Ну, крутая агрессия. Ну, такая Накачка ком... тоже, наверное, придет. Слушай, в такой ситуации всегда учат тебя умные люди брать анкомонку над комонкой. Типа, берем анкомонку. Вообще похрен. Тут у нас... А, горгулья крутая.
потому что мы можем поднять какого-нибудь скелетика, которого сакать будем под нее. В целом мне и земелька сплитящая нравится. Чарка. Чарка, ты чё, мы же если ставим, то это же получается комбо-вомбо, нет? Нахрен она нам нужна? Нет, чарка вообще слабая. Mm. Конечно, горгулья гораздо круче. Окей, бобров. Бобров не шарит. Whenever one or more creature leave leave grave, yeah. Я вот тут взяла приста. Прист мне очень нравится по статам, он очень сильный. Ну, плюс как бы лайфген, все дела, комбо-вомбо. И он входит в игру, его можно сразу сахать под горгулью, нормально. Это может быть либо котик, либо можем сесть в зеленый за очень сильным существом. А красный, черный сорса, что делает третья слева? Это инстант. Да, твое существо плюс 2 плюс 0 получает, когда умирает, верните его тапнутым. Ну, просто котики... Он брал стамина. Такие котики ходят всегда и везде. А если мы возьмем сплит-земельку в зеленый, то типа это одно из сильнейших существ в зеленом цвете. Типа я бы его просто подрезала, например. Ну, мы будем играть не с ними, ты помнишь, да? Ну да, но я не знаю, можно, конечно, котика взять. Нет, ты не опоздал, мы как раз драфтим. Я просто очень люблю пауков, они очень крутые. Их. Ну я не знаю, а что вот здесь всё, брать? Мой паук, тихо. Да. О, эпикур. Топыч. Вот, как раз вернулся нам пачок. Ну, давай вампира пикнем, ну, а из того другого вампира пикнем. А может быть, еще одного такого возьмем? Возьмем всех, первый пик. Не, мы такого берем, потому что такой полезнее. Вот, тут я бы уже... Какие взял... вообще одинаковые ходят? Тут я бы взял сплит-земельку. Потому что мы можем сесть в синий внезапно, захотеть. А это прикольная штука. Белая анкомонка что делает? Плюс один, плюс семь. Примерно ничего. Ну, типа, если мы хотим играть с зеленым, можем взять пламя. Если мы хотим играть с синим, можем взять такое. Ну, такая хитрая. Я вообще за больше за пламя. Ну, я тоже за пламя. Что, у нас леталок-то нету? А, нет, есть. Типа, давай Wolf Mist возьмем. Такую штуку. Root Snare, yes. Есть, земелька. Так, поехали. Давай делать Яков срочно. Давай нет, срочно делать чё? Яков. Вот это, кстати, очень крутая вещь. Я тебе скажу. Нет, это херня, это нам не нужно. Я бы взяла вот этого пацана и села бы в зеленый. Типа легкий сплэш на зеленый. Он очень крутой. Можно взять, конечно, коня Плагмейра. Он тоже топовый, и он к нам не вернется с круга также. Плагмейра просто нам прям в цвет, и мы можем решить не садиться в зеленый, то что в зеленый, например, нет ремувала хорошего. Ну сама говоришь, надо. Ну я не знаю, я бы на самом деле коняшку взял тоже. Такой очень крутой, прям, блин. Просто он еще комбится с гарпией, то есть мы под гарпию сакаем, это триггерится туда-сюда. Просто комбинушка. Плагмейр, он не может плыть блоки, заблокирован белыми, и существо оппонента получает -1/-1. Но как бы если... Ты знала, что осы спариваются внутри инжира? Боже, мне жена прислала отличный факт. А, попробуй, не обязательно это знать? Да. Спасибо. Теперь я это узнал, и ты узнай. А, тут, кстати, смотри, еще Rapid Bite есть, который к нам тоже не вернется, да? Блин, вот опять вопрос типа к чатику. Плагмейра или Арчера? Я бы села... Я за Плагмейра. Я бы села в зеленый ради Арчера, потому что Арчер крутой. Я и... слабый маг, и я предпочту два цвета и не разоряться особо на зеленый. У нас будет стабилизация. Либо монолит, либо сплэш-земелька. Ну, как бы... Мы просто тут уже от синего стопудов отказываемся. Плагмейр, конечно... Кто-то говорит вампир, кто-то говорит Арчер... Вампир? Какой вампир? Вампир. Какой лошадь, вампир? лошадь. Это мейр. Лошадь, конь, лошадь. Nightmare horse. Ну, окей, давай подумаем, каким существом... Ну да, мне типа -1/-1 прикольно дать. Да хрен с вами возьму вампира. Вампир топчик. Так. О, Rapid Bite сразу подогнали, смотри-ка. А, и монолит подогнали для стабилизации. Ну мы же в зелёном-то сидим, правда?
Нет. И паука твоего показали еще одного. Где? Вот слева. Или другой да, паук. Нет, тот самый паук, но хрен с ним. Я бы монолит теперь брала. А хотя у нас резервировала только одна карточка, да? Типа у нас есть Destouch Archer, и в целом-то нам наплевать, что делает оппонент. А монолит к нам тоже не вернется. Почему больше. Не посох спрашивает Никита Е? Потому что посох делает Яков и ничего больше. Ремувал зеленый. Люди за зеленый ремувал в чатике. Пишет Игорь 7421. Ну, не, он на самом деле прав, зеленый ремувал, да, он крутой. Еще пауки. Слушай, паки вообще одинаковые. Нет. Слушай, а что там зомбяк делает черный? Черный нет, зомбяк. Он милит тебя на 3, когда входит и когда умирает. Не, нам нет, такое не надо. 100 пудов пегас. Да. Пегас типа, беленький. Хотя подожди. Он такой парень, просто может нам не попасть в существ. 2-2, 2-2, 1-2, 2-4, 2-3. Да не, ну Пегас тут как бы по-любому самая сильная карточка. Вообще не о чем говорить. Вампирчик, который выходит. Ага, и еще один Rapid Bite. А сколько у нас? Уже, по-моему, 2 Rapid Bite. У нас один байт. У нас один байт, но как бы... Просто кусать неким. У нас пацаны-то маленькие. Это единственный парень с дестачем. В целом они сами по себе триггерятся, и мы хотим такого триггерить. Ну и вообще это крутой, но при этом байт тоже очень крутой. Что делать? Мама, а? Не, наверное, рапид байт надо брать. Это ремувал. Где-то ничего ценнее ремувала в этой жизни. О, еще ремувал. Лайфлинг. Люди говорят, что мы зря не взяли Яков. Яки игру выигрывают. О, земелечка, сплашивая земелечка, сплашивая земелечка, внимание. О, внимание, внимание, алярм, алярм, сплашивая земелечка. Нужен он нам, да? Конечно. А, слушай, я вообще так сказал, как в лужу пернуло. Оказывается, правильно? Я, птичка. Походу я лужа, да, птичка, птичка, нормально. Да, птичка заходит, так, о, это наш парень, да? Больше тут ничего, ну, типа, это хрен с ним, хрен с ним, хрен с ним. Типа, наш выбор вампиры. Тут накачка, наверное, лучшая. Красного у нас нет, ну, тут снейр возьмем какой-нибудь. Шпилера. Вообще похрен. Зеленую накачку взять. Это не накачка, это черка. Ну, венчан. Так, так, так. О, ес! Восхитительно. Почему так сложно? Смотри, у нас есть... Сплэш в черный? Ну, ты что, дурачок, что ли? Какой сплэш в черный? У нас черный основной цвет. Ой, в синий. Ну, ты понимаешь, что я вот... Земелька есть, я да. Я предугадывала это и взяла земельку, да? Но тут как бы такая есть, такая крутая штука. Но, да не, хрен с ним, короче, хромиум. Да? Мы же крутые с тобой. Ну, ты сильный маг, ты решай. Бобров, ну, в каждой колоде должен быть босс. Ты это слышишь? Ну, у нас кот до этого был. Ты кота понижаешь сейчас до кого? До лейтенанта? Ну, смотри... типа, хромиум выигрывает игры стабильно. Просто вот у тебя 6 земель хромиум, ты кипаешь эту руку, ставишь хромиум и выигрываешь. Тебе норм. Из ремувала у меня есть 2 Rapid Bite и еще какая-то фигня. Ну, какая-то фигня есть. Дефлячивые пацаны, все, больше у нас ничего нет там. Да. При этом у меня колода на лайфгейне, то есть я быстро игру не проигрываю. Короче, хромиум — это наш выбор. Смотри, у нас есть БВ земелька хорошая. Это хрен с ним. Таких уже много. Он вернется с круга. Всегда возвращается. А, такая баба просто пушка. Но у нас зеленый сплэшовый. Мы не можем позволить себе сплэшиться во второй зеленый дроп. Хотя, у нас еще синий, блин. А монолитов нету, да, никаких? Так. Мы не брали, да. Ну, а в этом паке нам больше ничего и не светит. Мы можем взять либо БВ-земельку. А почему бабу, которая вот белая? Это энчантмент, который накачивает. У нас есть вариант либо взять себе земельку, чтобы стабилизироваться нормально, либо взять себе дриаду. Я за земельку, потому что мы будем плешать от хромиума.
Согласна, земелька топыч. Так, у нас есть такой лучник прикольный, у нас есть такая... Так, подожди, у нас вообще что у нас по костам? Типа в пятом косте у нас только два существа, при этом у нас есть бомбы, от которых мы не хотим отказываться. И мы умеем убивать через байт. В четвертом косте у нас есть раз, два, три, четыре хороших карты. Я бы такую взяла. Типа ритор. Стратегия уже султай. Риторн? Не, у нас четырехцветка, все в порядке. Нет, для султай это не очень. Типа вернуть что-то с грейва норм вроде, да? У нас из старых дропов есть раз, два. А, у нас старых дропов нету, классно. Вторых дропов у нас тоже нету. Но это вообще какая-то херня, да, слабая карточка. Типа реторн что-то с кладбища, когда у тебя на нем ничего нет, тоже грустно, потому что на кладбище у нас из полезного может оказаться только аджани. Что делает белый четвертый? А, это уничтожает артефакты или чары. Ну хотя смотри, типа мы прожираем что-то полезное под птицу, потом возвращаем это с грейва. Просто комба. Такой тот же камон. Когда он, давай такую возьмем, посмотрим, че кого. О-о-о-о-о. Опять байт. Охренеть, ну мне уже тошнит от байтов, я бы взяла такую бабу. Так. Эпикур. Внезапно пятые дропы поспели. Да? Так. Перчаточка. Не, перчаточка отстой. Даже не смотря на нее. Ну, мы возьмем, наверное, плохой ремувал. Ну да, что-то делать. О-о-о-о-о-о-о-о! Внезапно-внезапно. Котик. Котик. Котик, да, пикать. Что думать? А, я не думаю, я просто тебе указала, что это котик. Так, тут у нас брать нечего в целом, но можем взять дизенчан на всякий случай. Типа, волки. Окей. Волки. Волки. Да какой Дюрос, он еще один неопад. Господи, у нас столько первых дропов, зачем это? Нормально, вампир крутой. Возьми слона. Нет, дизенчан зачем? Зачем? Ну, слона возьми. Дюрос. Ну окей. О, байт. Есть. О, рутснейр. Господи, у нас три. Куча рутснейров. Блин, мы просто можем собрать себе... А вот теперь играй этим. Wild Progress, окей. Что это такое? Ну там типа у тебя потом открываются камончики и прочее. Так, такой играем, таким играем. Просто напекал карточки, которые у меня уже были. А, круто. Такой играем. А, кстати, такой. Я не знаю, это квикдрафт, я не знаю, тут эти карточки остаются или они как фантомные. Можешь не включать, можешь просто выключить. Такой играем, таким не играем. Этим не играем. Так. Что у нас? Настольный дневник. Эник пишет, тетя Компоте, ван лав. Это yes. Да. Можете пока у нас мы не заняты пиками, поставить нам какую-нибудь хорошую музыку. Да, музыку мы любим. А, я могу, кстати, сама поставить хорошую музыку, она всем не понравится, и они будут донатить, чтобы я убрала свою музыку. Как русский рэп? План. Нет, у меня музыка покруче. Ну, она им понравится, ты что, ты недооценишь? Нет, наших... это просто очень современная музыка, и в ней еще пока никто не разбирается. Ну что там, она круче Оксимирона и монетки? Я тебе отвечаю, хочешь, я поставлю ее? Ну я, правда, ее не буду слышать, но бог с ним. Ну ты козел. Нет, пусть нам поставит слушать что-нибудь другое. Окей. Так, а откуда я могу понять, сколько карт я уже сюда посадила? Ты жамкаешь сюда, да, и все показывает, да. И что я вижу, что у меня... Мы в говне. Что за 4 кричер? Вот что за 4 кричера? Я же не могла 4 кричи сейчас положить. Бред какой-то. Почему? Ну, потому что... Он лежит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Где 4 кричи? Что за херня? Что за бред? Я не понимаю. Бобров, как мне понять, сколько у меня существ? Блядь, давай считать мануально. Раз, два, три... Нет, раз... Так, твоя колода снизу. Нет, снизу... А, это то, что я, типа, выложила да, из колоды. Да. Успокойся, все нормально. Все наоборот, да, делаем? Окей. Да, вон нам... Так. Это чат нам... тоже пишет. Это нам не нужно. Это нам не нужно.
Это давай попробуем убрать. Давай попробуем такую только одну оставить. Такие два убираем. Такой не нужен, такой не нужен, такой не нужен. Три рутснейра, господи, сила. Просто, типа, играем тремя рутснейрами, тремя такими, убиваем, не ходя в атаку, и они получают дэмэдж через рутснейры. Охренительный план. Так, третий дроп у нас просажен. На самом деле, очень жестко. Все охренительно. И так, что у нас получается? Типа, мы снова кликаем сюда. Не сюда, не Ну, сюда, все ниже. правильно. У нас 17 существ, 5 несуществ. Это у нас Курва! У нас такая курва вообще идеальная. 17 плюс 5, это у нас 22. Типа, нам нужно еще одну положить, чтобы играть в 17 земель. Мы должны добавить одну карточку, и я бы, наверное, добавила... Я бы, наверное, добавила все-таки такой трик. Да? Охренительно. Так. Теперь нам нужно разобраться с землями. На самом деле, это самое сложное для меня, потому что я всегда это высчитываю на бумажке. Я возьму свой Тут талончик. даже тебе проценты пишут, смотри, ты сейчас можешь просто написать эту, как ее, пропорцию. Слушай, дорогой мой, я девочка, не умею в математику особо, поэтому я просто беру свой талончик в поликлинику и начинаю считать. У Окей. меня есть 17 земель. Из этих 17 земель у меня есть стабилизация. Раз, два. А, я синим не. А, нет, я играю синим. А, у меня есть стабилизация. А, у меня больше нет синих карточек, да. Раз, два, три. Типа, в этой стабилизации у меня два черных сорса, два белых сорса, один зеленый сорс и один синий сорс. Хроники Болоса на подходе. А для одного хромиума я хочу, наверное, два синих сорса, которые не должны мне испортить кругу, потому что у меня нету ВВ. У меня есть только ББ, поэтому у меня черный доминирует, и типа я играю в два синих сорса. Соответственно, из 17 земель я беру один остров. Мне остается 16 земель. Эти 16 земель я разделяю между белым, зеленым и черным. А, у меня еще зеленый, блин. Наверное, так нельзя будет делать. Придется оставить только один синий сорс. Белый, зеленый и черный. Смотрим. У меня один зеленый сплэш. У меня уже есть один зеленый сорс. А, зеленых у меня два, три. Три зеленых спала, четыре зеленых спала. Четыре зеленых спала. Я, наверное, хочу иметь четыре зеленых источника, да? Если я хочу иметь четыре зеленых источника, значит, мне нужно положить сюда три леса. Значит, у меня остаются 13. 13 сорсов, которые я могу использовать. На 13 сорсов у меня остается черный и белый. У меня уже есть два черных и два белых. Соответственно, я кладу 7 черных, 6 белых. Потому что белый мне нужен, ну, типа, в стартовой руке. У меня получается 7 черных, 6 белых, 3 зеленых и один синий. Это базики. Плюс дополнительно с земелек у меня есть 2 черных, 2 белых сорса, и еще дополнительный зеленый, дополнительный синий. Это у нас получается 14. Ой. Какая-то херня. Что-то я, по-моему, посчиталась. Как у меня может быть. А! Понятно, мы обосрались с самого начала. Ну-ка, считаем заново. Мы обосрались. Люди протестуют, против восстать из могилы. 14. А что они предлагают положить вместо? Дюрус. Иди-ка ты в жопу. Будет ли еще Берс? Да, будет. АСМР стрим? Да, подвези к себе поближе микрофон, и у нас будет действительно АСМР стрим. А что у нас будет? АСМР стрим. Что это значит? Вот когда ты очень близко подвигаешь себе микрофон, и он так пш-пш-пш-пш-пш-пш, это называется АСМР стрим. Это что-то пошлое? Почти. Но есть люди, которые на это шликают. Оу, это очень интересно. Так, мы хотим 3, 14 минус 3, 11. Это у нас получится 6 и 5. Или 5 и 5. Да, короче, у нас будет один синий сорс, нормально на одного хромиума. Хрен с ним, да? Мы же готовы играть в один синий сорс, потому что Я против этого говна. против одного синего сорса. Ну смотри, в теории мы можем
О, смотри, у меня есть топовый план. Мы начинаем. А, мы выбираем ходить вторыми. Мы начинаем с хромиума на стартовой руке. Без синего сорса. Мы дровываем карточку. В конце хода дискардим хромиума и поднимаем его с восстать из могилы. Остановитесь. Как тебе такой Волков план? предлагает положить в оков. Вместо восстать из могилы. А, ну типа вот этих волков. У нас просто есть в колоде бомбовые карты, без которых мы не хотим играть. Есть карты, которые триггерятся на входе. То есть вот эти вот вампиры, например, они более-менее помоечные без прайдмейда. Мы не хотим его терять. У нас есть вампир-суверен, который мы готовы разменивать в какого-то крутого флайера и заново ставить, восстать из могилы. У нас есть ремувал, который вроде как сам по себе плохой, но если мы убиваем с него чужую бомбу и поднимаем, это круто. Типа, в целом я согласна, что волки тоже могут работать, но у нас зеленых сорсов не так уж много. А так у нас, типа, идея колоды на том, чтобы жрать существ под гарпию, поднимать и опять тусить, жрать существ под гарпию, не знаю, под такого парня, который триггерится. Да не, норм. Я беспокоюсь, что у нас только один синий сорс на хромиума. Типа один хромиум, один синий сорс, по-моему, норм. И три зеленых как раз... Как он сам-то распределил нам? Четыре... А, четыре таких положил. Два зеленых. Нет, давай. Disable auto suggest, окей. Подожди, почему он мне вообще убрал зеленый? А, я хочу добавить. Как добавить земельки? Бобров, как добавить земельки? А, вот. Раз, два, три. Остров мы убираем. Шесть. Тут нам нужно... Как добавить? Почему вот, типа, я кликал, мне их убирает. Ладно, нажми на землю. У тебя просто выбран сейчас только зеленый. Так и надо? И у тебя вверху а выбран я... только зеленый. А, все, я поняла. Да? Как это работает. А, нам, типа, нужно... Да, отвали. Нам нужно 5 белых. 6 черных, 3 зеленых и 17 земель получается. И всего 40 карт должно быть. Я не вижу, где он пишет, сколько у меня карт. 17 плюс 17 это 34, плюс 6, 40, да. Люди просят, чтобы ты обозрела берсерк героя. Я же ехала в поезде с Мишаней, геймдизайнером берсерка. И мы с ним всю ночь разговаривали, так что... Она, Виолетта теперь знает толк? Я теперь, да. В берсерке. В берсерке-то я шарю. Ха-ха-ха. Ты не представляешь, мы когда ехали в поезде, к нам подошел пьяный дед. Говорит, здрасте, мне скучно. Мы типа такие, ну здорово, а ты кто такой? Это оказался какой-то крутой математик, который увидел в моих глазах, что... О, смотри. А, мы ходим в первые. Нормально, все поднимем. Кип. Который захотел со мной заговорить. Так, второго дропа у нас все равно нет. Начнем. Короче, мы с ним разговаривали в результате часа, наверное, 3 или 4, пока синячили вместе. А при этом в какой-то... Ну все, агрессия остановлена. И что мне теперь делать? Блин. Это похоже на куда-то стой. Испугайся, 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 испугайся. Виолет, извини, но народ просит тебя растянуть. Что растянуть? Альтабнись в ОБС и растяни свою камеру чуть побольше. Это как? Жамкай на... Где у тебя камера? Я не знаю, куда. Ну, жамкни просто на изображение свое. Вот, и растяни чуть-чуть. Так? Ну, чуть побольше нужно даже. Чуть будет руку закрывать, ничего страшного. Так? Все, люди, да, пусть людям будет норм. Всё. Ну и что? Слушай, значит, когда я буду дед, я тоже буду так вот подходить к людям и говорить, мне скучно. А я, в общем-то, и сейчас так уже делаю. Давай продолжим. В основном с женой подхожу. Продолжим в тупую просто подхожу к жене и говорю, мне скучно. И что на тебя говорит? Она говорит, отвали от меня. И все, типа, иди в шопу просто. Ну и что? Математика крутой. Ну и мы с ним начали разговаривать. Мы с ним разговаривали несколько часов. В какой-то момент я начинаю выпендриваться, мол, я знаю много языков.
Он такой, ого, какие. Я там начинаю рассказывать, что я учила немецкий, учила китайский. Бац, фериксийский. Типа, знаю английский. Он такой, я тоже знаю все эти языки. Начинает мне говорить что-то на китайском. А я, ну, как бы чуть-чуть понимаю, говорить особо не могу. О, начинается. Я в целом понимаю... О! Я в целом понимаю, о чем он. Агрессия остановлена, братан. Осталось только черную поднять. И синюю. Да синюю это хрен с ним. Осталось черную поднять, потому что черный наш, во-первых, основной цвет, потому что у нас 6 черных земель, а во-вторых, у нас эпикур. И ПБ. Если мы ставим эпикур, просто сейчас мы выигрываем эту партию, потому что у нас триггерится котенок, котенка триггерится эпикур, мы каждый ход гейним в жизнь, он теряет жизнь, и нам норм. Блин, это отстой. Ну окей, мы тебя с клетки заберем, братан. Ну, китайский. Да, значит, он... Главное было чарку не забрать под контроль, это было бы смешно. Да. Мы с ним... А, ну, значит, по-китайски ты хрен с ним. А, в результате он начинает говорить на английском. Я его подхватываю, Мишаня подхватывает диалог, и мы все начинаем разговаривать на английском. А я уже, ну, довольно пьяная, потому что нажрались-то мы не слабо. И... Теперь следите за моими руками просто, ребята, насколько это будет красиво. Так, а мы хотим атаковать его? А мы не хотим атаковать. Нам так норм. И... Я понимаю, что мы уже полчаса говорим на другом языке, в поезде, который похож на поезд из 80-го года. Слушай, я тут тоже ехал, так когда в Питер ехал, мне, когда туда ехал, мне максимально всратый поезд попался, а обратно максимально какой-то навороченный, с USB-портами везде. Слушай, а этот поезд, знаешь, у которого нет биотуалетов, нет кондиционеров, ничего такое, стрёшь ты прямо на рельсы, как бы все в порядке, Россия 2018. Так что... А, еще. Утром, рано утром, когда мы все проснулись, ого, я понимаю, что какие-то дети, точнее, я не понимаю, и в какой-то момент мы начинаем резко тормозить. Я спрашиваю, что к чему? Оказывается, какие-то дети дернули стоп-кран, из-за чего поезд внезапно остановился. Просто какая-то охренеть история. Смотри, сейчас мы его будем убивать, вообще ничего не делая. Ты что творишь? Ты собрала дичь. Да. Эпикур будет его два раза в ход триггерить, а из такого он типа будет три хита терять в ход. Ну, атакерс. Мистер Фокус, ты про что? То есть? Ну, он пишет, не только Рашка, а и Украина. Как-то странно. Это ты про что? Слава Украине. Героям слава. О, да, дичь, это очень полезно, братан. Охренительная дичь. Че у нас так мало хитов? У нас-то чё? Мы сейчас будем генить по дохрена хитов в ход. Смотри, мы переходим в комбат. Такой. Такая триггерица, мы геним. Хит, он теряет хит. У него в руке должен быть Титаник. А так... Ну, атакерс... Гарпия. Ставь черта. Энторн. Не забудь, поставь там галочку, чтобы в его энстеп не забыть крокодил нажать. Сюда? Да. Окей. Во-первых, фокус. Фокс. Во-вторых, слава нации через ай. А в-третьих, я за то, что у нас удохлые поезда, пишет мистер Фокус. А, мистер... Мистер Фоукс. А, Фоукс, понял, он меня поправляет. Пускай он лучше задонатит и поставит крутое музло. Да, поставьте крутое музло. На самом деле, ты должна услышать, когда будет. Мы же вроде как протестили. Это вчера у Арны что-то там не работало, а сегодня должно все работать. А что вчера Арна делал... А, блин, это было даже до его атака. Ой,
У него нету никого с ричем. О-о-о-о-о! Вы видите это, да? Просто пушка. Так, смотри, у него флайеров нету. Комбат. Леонин Вангвард работает. Сейчас мы медленно его затушим, короче. Все в порядке. Хорошо, что таймера нет. Ну, а так. У него же никого нет летающих. Вон атакер. А, это же Лиана с Ричем, лол. Просто законтрила. Законтрил вообще. Ну окей, я не против. Дамаг. На себе. У меня денег на магию нет, а вы просите вам задонатить. Присылай нам карты. Слушай, ну на магию нет денег, на женщин-то должны быть деньги. Да. Тут как бы либо в картах должно вести, либо в любви. Тебя не на магию, не нажми слышишь. На его энстеп. А, опять нажать надо? Окей. Я просто сам иногда забываю, так что лучше лишний раз подскажу. Так, а что он делает? Что он делает? А, он типа мало с нее получает? А, он такую ставит, господи. Да окей, пожалуйста. Подавитесь, так сказать. Комбат. А так. Ха. Анонсировали новые видеокарты GeForce 2080, 2070. 2070 45 тысяч, 2080 63 тысячи. У него звук... А почему не дичь? А он с дичью погинет хиточки, зачем мне это? А она когда умирает? А, так и знал. О, что нет. Ну, как бы а тебя был... предупреждали, он где-то там дровался. Там нет. В чатике писали, что у него титанический рост в руке. Пожертвуй, нет? Не хочешь пожертвовать конечно, под гарпию? Подожди, да, конечно, хочу. Гарпия, yes. А, они же у меня оба сейчас активны. Нет, не хочу. Подожди. У меня оба вампира сейчас активны или нет? Да. Нет, тогда я не хочу. Почему? У тебя 4 манки есть. Так если я под гарпию пожертвую, у меня будет всего лишь 2 маны. 3 маны. Я же их обоих сейчас могу активировать, правильно? Я не... Ну, тебе хватает. Гарпия за одну манку. Все, нет, у меня только один вампир без сикнуса сейчас. Да, все. давай, таймер. А какой резолв? Стоп. Типа я активирую гарпию. Да, субмит. Пожертвовать такого. Субмит. Субмите. Дамаг. Прожми вампира сразу. Вампир. Окей. Ну, резолв. Слушай, мы можем так его и не дозадушить. Нет, мы не можем его не дозадушить. Мы медленно как-то очень. Мы не можем его не дозадушить. Сейчас он потеряет в этот ход, знаешь, сколько хитов? Очень раз, много. Раз, два, три. Я его 2 хода убью. У него рич. Я знаю. Сейчас он потеряет 3 хита. В этот... А, нет, не 3, 4 хита в этот ход потеряет. У него будет 6. У него будет 6. И в следующий ход он потеряет плюс 1, плюс 1 за каждый форест. Окей, резолвимся. 6-5, братан, ладно. Комбат. Такой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У него дикая дичь. Дичь выросла. Дикая дичь, согласна. Так, ну что, один раз на 6 мы потерпим? Думаю, потерпим. Не летал, не блокирую. Вдруг у него еще там титанический рост. Да похуй. Чш, нельзя. Я это слушаю? Не забудь, да. Простите, пожалуйста. Не забудь прожать. Да, я прожимаю обоих. Все нормально. My turn. Восстать из могилы. Ну-ка. А, блин. Очень жаль, что мы еще не можем нормально поднять. Восстать из могилы. Зато есть восстать из могилы. Комбат. 5. Так, не летал мы, конечно, не блокируем, но может быть сейчас одного вампира... Все равно сейчас не убиваем. Может, все-таки одного коня ты поставишь? Подожди.
Не торопи. Чтобы на следующий ход Если выиграть. я сейчас активирую двух вампиров, он потеряет 4 хита. Если активирую одного вампира, он потеряет 2 хита. Он останется в 3, и если он мне кого-то убьет, да нет. Знаешь что? No attackers. А, хотя если он мне одного убьет, я подниму такого котенка с восстать из могилы, и будет все норм. Окей. Да. Если он мне... Я, типа, его заставлю потерять сейчас 2 хита. Он будет в 3. Ой, да, господи, сколько угодно, братан. Трэмпл, не трэмпл, ты умираешь следующим ходом. Резалуемся. А кто напикал всех репритозавров? Комбат. Атакуй. Почему эта дека работает, Виолет? Какая? Моя? Да. Потому что я топовый драфтер. Друзья, кто из вас Bloodborne проходил? Мне там нужна помощь. Я с радостью поиграю с вами на стрим в Bloodborne. О, еще лучше. О, отлично. Но мы не можем вводить, иначе мы не выиграем этим ходом, что самое смешное. Ну давай тапай их. Кого тапать? Все, я выиграла. Не ты, а мы, потому что мы на стриме. Мы выиграли, да. Со с подписчиками. Мистер Десолайт, привет, да. Да я не понял, здесь как эти драфты играются? До одной победы или да? Я не знаю. Ты мне... Ты так говоришь, как будто я топ арена Ю мастер. Ну вот, одна победа. Climb Price. Ну ты почок-то нажми, зайди в почки. Могу сразу вскрыть, да? Ну ты должна это сделать. Чё? Yes. Давай, погладь его, погладь рарку сейчас. Смотрите, Rise from the Grave. Что, мы готовы скрывать рарку? Давай. Yes, господи. На самом деле не очень хорошо, потому что мификов здесь хоть жопой жуй, а вот вайлдкарта рарная нужна. А почему у нас стор, кстати, светится? Нажми на стор.